Маленькой жительнице Севастополя Оле Родиной срочно требуется помощь неравнодушных людей. Девочке 3 года и 8 месяцев. В таком раннем возрасте она уже оказалась онкобольной. Заболевание, по заключению медиков Московской Морозовской детской клинической больницы, очень редкое. У Оли Родиной обнаружили опухоль 3-го желудочка головного мозга. В Севастополе девочки с начала апреля затруднялись поставить диагноз. Признавали, какая-то рвотная инфекция желудочная. Вот. И лечились амбулаторно. Она не прекращалась. Поехали на комплекс. Там ей, значит, пролечили в течение 10 дней капельницы. И у нее на комплексе получилось, что глаза у нее покосились. Обратились там, значит, ходили они по всем, консультировались, что это такое. Не могли толком определить ей особый такой диагноз. И ее выписали через 10 дней. И мы уже частным образом обратились в республиканскую нашу нейрохирургическое отделение, там положили ее. Только симферопольские врачи посчитали нужным провести МРТ-исследование и выяснили, что у девочки опухоль головного мозга. Малышка с мамой отправились в столичную Морозовскую больницу, где доктора подтвердили диагноз и сделали операцию. После этого Оле Родиной назначили курс химиотерапии. Это 96 часов. Она была все время с капельницей. Девочка, она очень разумная, я с ней общалась по телефону, она очень хорошо говорит, все, речь поставленная. Но просто ее сюда транспортировать никак нельзя. Надо находиться, да, еще должно под наблюдением, это как минимум полгода. В ближайшие полгода станет ясно, нужны ли девочке еще курсы химиотерапии, справился ли маленький организм с редкой болезнью. По информации родственников, средства на медицинскую помощь сейчас не нужны. Оля Родина обеспечена необходимыми лекарствами. Но минимум полгода девочке с мамой нужно оставаться в Москве. Для этого нужны деньги, которых в семье немного. Мама Оли не может работать из-за состояния дочери, а папа работает на предприятии «Севастополь-Энерго». В семье есть еще один ребенок. Ну, только квартира 30 тысяч обходится. Это только одна квартира вместе с коммунальными услугами. Еще плюс питание. Оказать помощь маленькой Оле Родиной, которая в свои 3 года борется с тяжелой и редкой болезнью, вы можете, связавшись по телефону с бабушкой или отцом девочки. Номера телефонов на ваших экранах.